И в красный угол ринга добро пожаловать! Боец из Таганрога, приветствуйте! Артем Богатырев! Добро пожаловать, боец из Пятигорска! Дамы и господа, приветствуйте! Георгий Кичигин! Представляю вам соперников и первого бойца в красном углу. Ему 26 лет, рост 183 сантиметра, вес 78 килограммов. С профессиональным рекордом 4 боя, 2 победы, 2 поражения. Победитель народного чемпионата по ММА из Таганрога, Россия, Артем Богатырев. И его соперник в синем углу, бойцу 24 года. Рост 184 сантиметра, вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Чемпион Ставропольского края по рукопашному бою. Чемпион Юга России по рукопашному бою и ММА 2012 из Пятигорска, Георгий Кичигин. И рефери боя Владимир Шимаров дает заключительный инструктаж. Бойцы на середину. Пожали руки друг другу. Соблюдаем правила. Постоянно следим за своей защитой. Внимательно слушаем моей команды. Удачи обоим по углам. Владимир Шамаров, один из самых опытных рефери, действующий спортсмен, ко всему прочему. Выступает он у себя, в том числе в Украине, на многих турнирах, причем и не ветеранских в том числе. Знаю этого человека просто лично.
Артем Богатырев, Георгий Кичигин. Вес до 77 килограммов. Правила ММА. Первый раунд. Кичигин представитель Пятигорска, Богатырев представитель Таганрога. И, собственно, по картинке Кичигин сейчас вот удачно защитился от прохода в ноги. Турнир начался, это так называемый андеркард. Зрителей пока не очень много, но при этом, поверьте, иногда в андеркарде бывают интересные поединки, на которые также стоит посмотреть. Ну, во-первых, насколько ребята выучены, поскольку Кичигин чемпион Ставропольского края по рукопашному бою, чемпион Юга России по рукопашному бою и ММА. И сейчас обратите внимание, через руку задушил, ох ты, хорош, вот вам и рукопашный. Анаконда он продемонстрировал. Анаконда есть. Это классическое, кстати, после прохода в ноги, когда ты защитился, брать либо анаконду, либо гильотину. Скоростной получился поединок. Я надеюсь, что на повторах мы все это дело увидим. Вы знаете, с самых первых движений всегда интересно посмотреть, что из себя спортсмен представляет именно в плане вот именно комплексного единоборства, итак, так называемого. Господа, не как виды спорта, а того, что он себя представляет как боец. 35 секунд. Удушающий прием. Победу одержал Георгий Кичигин! И Кичигин, видно, что выучен-то очень здорово оказался. Во-первых, проход был не самый медленный. Артем Богатырев показал, что со скоростью у него все в порядке. Отбросился. И дальше, как мой уважаемый коллега и упомянул, сейчас обратите внимание. Оп, убрал ногу, убрал таз. И запустил уже левую руку. Немного Артем растерялся в этой позиции. Надо было, я считаю, либо делать кувырок, либо пытаться дальше докатывать. А он встал и ждал. Пока его задают. Да, пока соперник начнет действовать.